Дань, какие у тебя чувства были, когда Юрий Павлович позвал тебя на замену? Немного волновался, но, в общем, самые положительные эмоции. Все-таки дебют. Долго к этому шел. И спасибо Юрию Павловичу и всему тренерскому штабу за доверие. Расскажи поподробнее об этих эмоциях, когда ты, наконец, пришел, ну, можно сказать, к одной из своих мечт и вышел на поле родного стадиона. Ну, еще раз повторюсь, что было волнение, но после того, как вышел, буквально прошла минута, первое действие, и уже ничего не было, только надо было играть, стараться, показывать все. Какие установки вообще были от тренерского штаба, когда выходил на замену? Я выходил вместо Антона Мирончука. Двигать мяч вперед, также возвращаться назад. Все, что делают игроки в центре поля. Ну, сейчас немножко эмоции от игры улеглись. Как оценишь сам свою игру? Ну, это надо будет еще смотреть, но я думаю, что, в общем, неплохо. Лаконично. Что нужно еще сказать? Расскажи, ты наверняка следишь и за ребятами из Казанки, как они выступают, как они поздравили уже с победой и с дебютом. Честно, еще не смотрел телефон, но я думаю, поздравления есть. Так, конечно, слежу, ребята молодцы, выигрывают 12-е уже подряд, без поражений. Идут к своей цели, все будет хорошо.